Добрый день, добрый час, дорогие друзья, наши подписчики, все, кто только-только подписался на наш канал, всем огромный привет с самого лучшего, самого красивого места из Алании. Это пляж Клеопатры, дорогие мои. Самое известное, самое популярное место среди приезжих и местного населения. Почему мы находимся на пляже Клеопатра? Потому что предложение наше находится сегодняшнее всего в 400 метрах от нашего любимого, замечательного пляжа Клеопатры. Стоимость квартиры озвучиваю сразу, как мы договаривались с вами, 58 тысяч евро в доме городского типа без инфраструктуры. Стоимость 58 тысяч евро. Еще раз, мебелью, с техникой, все, что есть в квартире, в стоимость входит. Ну что, я вас немножечко заинтриговала, не буду вас дальше томить. Поехали на квартиру. Самое главное, что вам нужно знать об этой квартире, это только два пунктика. Самое важное – это местоположение 400 метров до пляжа Клеопатры. Площадь 80 квадратов, 2 плюс 1, второй фактический этаж. Нахожусь я сейчас в холле. Квадратный. Сюда можно установить большой шкаф. Не обращайте внимания на вещи, которые вы видите в ролике. В квартире проживают у нас арендаторы постоянные. Если вы хотите приобрести эту квартиру и сдавать дальше ее в аренду, готовые арендаторы уже есть. Посмотрите, холл. Прекрасный холл, квадратный. Можно сюда установить встроенные шкафы, как хотите. Мы попадаем с вами из холла сразу в гостиную, объединенную с кухонной зоной. Кухонная зона у нас угловая, небольшая, для двух, для трех человек достаточно. Все, что есть, и бытовая техника, и мебель, все это в стоимость квартиры входит. В стоимость у нас какая? 58 тысяч евро. Дальше смотрим. Очень удобный уголочек. И здесь имеется у нас обеденная зона на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 персон. А также с левой стороны полностью уже оборудованная зона отдыха. И вот такая симпатичная люстра. Квартиры выходят на три стороны: на юг, на восток и на север. Поехали дальше смотреть спальни. Планировка квартиры, кстати, очень удобная, очень полезная площадь. Из квадратного коридора сразу идут спальни. В одной из спален я нахожусь сейчас. Как видите, люди оборудовали это не спальню, а под рабочий кабинет. Так что, если вы компьютерщики, можете платить 58 тысяч евро и переезжать в эту квартиру. Здесь уже полностью все имеется. Следующее у нас — это ванная комната. Два балкона имеется и одна ванная комната. Проходите, смотрите. Вся сантехника, стиральная машина, душевая кабина, все имеется. Пойдемте смотреть последнюю нашу спальню. В спальне также имеется все. Здесь у нас трюмо, шкаф, двуспальная кровать, что еще нужно для спальни, а также кондиционеры. Выход имеется на балкон, выходить не буду, балкон технически, там стоит сушилка и сушится много-много чего личного наших хозяев. Я жду вас на балконе и будем с вами подводить там итоги. Сначала скажу мнение относительно этой квартиры. Когда мы с оператором вошли, мне показалось, что она слишком маленькая и тесная. На самом деле здесь просто слишком много вещей. Это нагромождение, оно сужает пространство. Если убрать половину вещей, освежить стены, будет квартира побольше. Итак, подводим итоги. Находимся мы сейчас в квартире 2 плюс 1, 80 квадратных метров, 58 тысяч евро. Это район Клеопатры, всего 400 метров до моря. Квартира находится на втором фактическом этаже. Дом у нас пятиэтажный, городского типа. Айдата здесь нет, потому что инфраструктуры в доме тоже нет. Лифт, соответственно, вам не нужен. Получается, это первый турецкий, а фактически ваш второй этаж. Дорогие мои, на этом я сегодня с вами прощаюсь. С вами была Татьяна Пикер. Пока-пока.